Иное измерение русской культуры. Владимир Григорьевич Бенедиктов. Недолго. Читает Евгений Прасов-Брушковский. Нет, смысла жизни не постиг, кто в ней клянет недолготечность. Один блаженство, полный миг, не всюль обхватывает вечность. Недолго держится роса, блестя слезой на розе алой, но всею бездной небеса отражены тут в капле малой. Иной цветок живет лишь день, но он зато краса природы, а неизменно черный пень стоит бесчисленные годы. Читано по изданию сочинение Владимира Григорьевича Бенедиктова под редакцию Якова Петровича Полонского. Второе посмертное издание. Том 1. Санкт-Петербург, Москва. Издание поставщиков Его Императорского Величества товарищества «Вольф». 1902 год.